Дерок. Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я вас научу играть странную, но веселую песню. Я до вас, пока вы мне не написали в комментариях, вообще не знала, что бывает такая песня под названием «А муха тоже вертолет». Она шуточная, на двух аккордах строится, там будет такой интересный ход, что можно поиграть пальчиками. И эта песня отлично подойдет для тех, кто только-только начал играть на укулеле какую-то песню и хотят вот что-то быстренько все выучить. Вот как раз «А муха тоже вертолет» — отличный вариант. Но перед началом этого ролика я напоминаю тебе, что мне есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. И именно ты можешь мне помочь достичь эту цель. Но сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. «А муха тоже вертолет, но без коробки передач». А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле! Вся песня состоит из хода, такого интересного, который мы дублируем голосом, и двух аккордов. Начнем как раз с этого хода. Мы играем сначала на первой струне открытую струну, далее зажимаем третий лад, потом опять открытую, получается. Далее мы уже начинаем с вами играть на второй струне, также сначала третий лад, отпускаем его, получается. И последний играем на третьей струне. Сначала второй лад, а потом опять открытая струна. Все вместе. Далее мы с вами начинаем играть аккорды. Первый аккорд у нас будет аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором моду. И второй аккорд, аккорд Д. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором моду. В этом варианте лучше, я вам советую, как лайфхак, играть аккорд АМ через указательный палец, чтобы вы могли не менять свою позицию руки, когда играете аккорды, а сразу все поставили, то есть... Теперь как же играть бой на эти аккорды? Тут тоже все просто, на АМ мы сначала играем вниз, вниз, вверх, далее ставим ДМ, играем вниз, вверх, вниз, и заново повторяем АМ, но делаем удар только один вверх. Медленно на демпе это будет следующим образом. Еще раз. Чуть быстрее. Теперь соединим с этим ходом. И этот ход мы повторяем на каждую строчку. Получается... Давай теперь покажу, как это будет со словами. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, круто, классно, мы выучили целую непонятную песню. Если тебе понравился разбор на эту песню, то поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь мне показать все свои укулельные старания, то все очень просто. Учишь любую песню или мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм, и самое главное, отметь мой профиль Даш Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Но если ты хочешь поддержать мои труды и старания, то ты можешь задонатить любую сумму мне на Донаталерс, или же подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получат клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!